Итак, ребята, сделочку заключил. Привет всем. Сегодня я вам покажу 100% ситуации, шикарный горизонтальный скальпинг, раскрою секрет, как я нахожу такие ситуации. Так что обязательно досмотрите видео до конца. Сегодня будет торговля, сегодня будет практика. Итак, видим отличный скальпинг, ничего здесь сложного нет, шикарный уровень поддержки, шикарный уровень сопротивления. Нашли вот маленькую ситуацию и в ней зарабатываем. Так, цель у нас две сделки. Первая сделочка у нас в плюс, и нам нужно еще одну сделку. Ждем. Здесь неопределенная ситуация, здесь мы никуда не заходим. Сейчас я очень много торгую с телефона. Раньше, кстати, я думал, что торговля с телефона – это полная херня, но когда я начал осознавать, что трейдинг – это контроль, это дисциплина. Так, 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 ждем. Тогда я понял, что нет разницы, главное контролировать себя, нет разницы, где торговать. Из телефона торговать даже лучше. И сейчас я вам покажу секрет. Иди сюда, словили. Словил просадку. Но здесь уже опасная ситуация, видите? Каждый пик, вот, ниже предыдущего. Большая вероятность того, что произойдет пробой. Но у нас все идет отлично, видите, да? Даже прорисовка не показывает, где я заключил сделку. Так, опасно на самом деле. Но все шикарно, сделочка заходит в плюс. Итак, у меня два плюса. Теперь показываю вам, в чем же здесь секрет. Все видите, да, какой у меня график. Мне подписчики говорят, вот, кстати, видите, произошел пробой. Все четко, но я успел выйти с коридора. Мне подписчики говорят, почему у тебя такой шикарный график. Итак, ребята, смотрите, почему у меня такой шикарный скальпинг. Переворачиваем мы телефон, да? Есть здесь у нас скальпинг? Ну да, он здесь у нас есть. Но его не так хорошо видно. Весь секрет в том, что я торгую в вертикальном режиме. Вот, смотрите, какой шикарный скальпинг именно в вертикальном режиме. Увидели вы, да? Так торговать намного проще. Вот почему я торгую в вертикальном режиме. Теперь давайте еще раз посмотрим, как это выглядит в горизонтальном режиме. Вот как это выглядит в горизонтальном режиме. Да, ничего не видно, ничего не понятно. Вернее, тоже все понятно. Но визуально торговать намного лучше, намного проще в вертикальном режиме. Вот, да, смотрите, какие у нас шикарные пики и какие у нас просадки. Вот почему у меня такой график. Это и есть весь секрет. Секрет в вертикальном режиме. Но здесь нужно иметь терпение, чтобы находить такие ситуации. Ребята, у меня терпения нет. Если я не нахожу нормальный сигнал, я захожу как попало, но не всегда. Смотрите, в чем мой секрет. Ну, вот так вот я ищу сигналы, видите, да?
Вот так вот я ищу сигналы, и когда я не нахожу нормальной ситуации, шикарного горизонтального скальпинга, я вот могу зайти по тренду, короче, могу зайти как попало, но не всегда. Сейчас я вам покажу, в чем секрет. Я торгую как попало, ну, не сильно обращая внимание на ситуации, только в первых сигналах, вот, на 1000, на 3, на 10. Но когда уже у меня четвертая ступень, я заморачиваюсь. Я очень долго ищу сигнал, но нахожу, вот как сейчас, 100% сигнал, на это нужно время. Да, я могу за час не найти 100% сигнала. Но если я эти 100% сигналы нахожу, это когда у меня четвертая ступень, я тогда захожу, и у меня все отлично. Видите? Вы мне говорите: ты сливаешь депозит? Нет, ребята, я не сливаю депозит. Я не помню, когда я последний раз сливал депозит. Смотрите. Вот, вся моя статистика за месяц. Я это все вам показывал. Или не показывал, не помню уже. Это, кстати, аккаунт моей девушки. У меня нету больше 3 минусов, больше 4 минусов, да? Вот, кстати. 4 минуса у меня, да? А, нет. Вот. Здесь я уже торговал частями. Раз, два, три, четыре. Вот этот сигнал на 100 тысяч. Запомните этот сигнал. Вот этот сигнал на 100 тысяч. Да, смотрите, как он здесь выглядит. Я вам покажу скрин. То есть больше 4 минусов у меня, ребята, не бывает. Итак, ребята, я вам хочу показать 100% ситуации. Вот вам 100% ситуации. Вам не нужны индикаторы, вам не нужны волны Боллинджера, объемы, свечи. Не нужно этого. Нужна только дисциплина. Нужно уметь контролировать себя. Многие подписчики разбираются в рынке лучше меня. Они больше знают. Но знание — это не заработок, ребята. Я могу меньше знать, но я зарабатываю. Я никогда не сливаю. Запомните, чтобы зарабатывать здесь, нужна только дисциплина. Нужен только самоконтроль. Если вы будете много знать, вы не будете много зарабатывать. Много знают библиотека и математики, но они не миллионеры. Ребята, нужна дисциплина, нужен контроль. Вот вам 100% сигналы, смотрите. Ничего здесь нет сложного. Просто нужно иметь терпение найти эти сигналы. Нужна дисциплина. Вот, я заключил 2 сделки и ушел с рынка, да? Видите, а потом случился пробой. Но я на этот пробой не попал, потому что у меня была дисциплина, 2 сделки в день. Я перезагружаюсь. И потом вот спустя день, спустя там 2 часа, я сажусь за торговлю уже с холодной головой, со свежей головой. Я перезагружаюсь. И поэтому получается находить вот такие вот ситуации. Вот вам, ребята, 100% ситуации. Это я просто для вас сделал подборку. Я эти скрины вам все показывал, да? Ничего здесь нет сложного. Просто вам нужно иметь терпение. Нужна дисциплина. И все. Это весь заработок. Вот. Вот, да? Вот. Ну смотрите, ну что здесь сложного? Вот этот сигнал, видите, на 100 тысяч. Я очень серьезно подошел к этому сигналу. И он оказался 100%. Смотрите, от всех просадок у нас плюс. Видите, раз, два, три, четыре, пять. 5 плюсов. От пиков, да, вот если бы я вот здесь захотел зайти, опасно, видите, заходить? Пики здесь опасные, да? А вот уровень поддержки у нас здесь шикарный. Поэтому я принял решение зайти от уровня поддержки. Но если, ребята, у вас хватит терпения всегда искать вот такие вот 100% сигналы, у вас будет 80% сделок в плюс. Вы торгуете только в таких ситуациях. Вы торгуете фиксой, никакого Мартина не нужно вам будет. У меня вот нет терпения, да, говорю вам честно. Я не могу много времени уделять торговле. Я не могу вот часами искать вот такие вот 100% ситуации. Раньше, да, у меня было время, но сейчас у меня уже другие дела. Так что если у вас есть время, ищите вот такие вот 100% сигналы, и вы всегда будете в плюсе. И, конечно же, следуйте дисциплине. Придерживайтесь риск-менеджмента. 2-3 сигнала за одну торговую сессию уходим. Хотите, торгуйте по выжимке. Но чтобы торговать по выжимке, вам нужно просто идеальный найти скальпинг. Ну вот просто, я не знаю, идеальный-идеальный. Там вы делаете там 20-10 сделок, у вас все плюсы, и вы уходите после пробоя, к примеру. Но таких ситуаций у вас в месяц будет до 10 штук.
Так что дисциплина, ребята, прежде всего. Только такие ребята здесь будут зарабатывать. Остальные здесь сливают. Так, ребята, на этом я с вами буду прощаться. Кому интересно, добро пожаловать ко мне в бесплатную группу по заработку и обучению. Там я торгую вместе с вами каждый день, даю сигналы. Это открытая группа, первая ссылка в описании. Здесь каждый день я разыгрываю 500 рублей. Нужно сделать репост. Через эту группу вы пишете в сообщение сообщества «Прими в команду». Вы попадаете в закрытую группу. Вот моя закрытая группа по сигналам. Торгуем каждый день и в выходные тоже. С 17:00 по Москве. Здесь я тоже разыгрываю 500 рублей. Но здесь я уже их не разыгрываю, а просто раздаю. Если вы уже участник группы, вы автоматически участвуете в розыгрыше. Вам ничего делать не нужно. Это группа по сигналам. Что здесь есть? Здесь не только сигналы, ребята. Здесь даже вступают люди, чтобы развиваться, чтобы обучаться. Здесь, ну, во-первых, лучшие сигналы, обучение, ежедневная раздача участнику 500 рублей, лучшие аудиокурсы есть мировых спикеров, книги по трейдингу и мотивации, аудиокниги, технический анализ. Вот я здесь выкладываю курсы, курс Тони Робинса, курс Брайана Трейси. Эти все курсы я покупал, вот, курс Брайана Трейси. Я проходил за 13 тысяч рублей. Здесь я вам его даю бесплатно. Вы заходите и смотрите видео. Вот, 500 рублей получает Кирилл Волынин. Каждый день в 11 по Москве я раздаю 500 рублей. Дальше идем. Так, закончили торговлю. Вот, я объясняю каждый сигнал. Почему мы так зашли. Вот. От пика вниз у нас пушка. Дальше у нас здесь, смотрите, какой шикарный тренд. Восходящий, восходящий скальпинг. От просадки вверх пушка. Вот мы собираемся. Так что, ребята, кому интересно, добро пожаловать в мою бесплатную группу по заработку и обучению. Первая ссылка в описании. Подписывайтесь, ребята, на мой канал. Обязательно, обязательно, обязательно поставьте этому видео лайки. Не ведитесь на мошенников. Все оригинальные страницы у меня в описании. У меня только одна группа по заработку, одна оригинальная страница в ВК и в Инсте. Все остальное, ребята, развод. Я никогда ни у кого не прошу деньги. Я не раскручиваю счета. Я никогда никому не пишу первым. Пожалуйста, запомните это. Потому что люди продолжают и продолжают вестись на фейков. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Всем удачной торговли. Пока.